Итак, здравствуйте. Сегодня хотел показать вам свой кошелек. Непростой, а золотой, да. Собственно, замучился со всяким родом кожаных кошельков маленьких, куда практически ничего не влазит, ни документы, ничего. И вот купил себе вот такой органайзер. Вдобавок пришел к мнению, что носить отдельно какой-то ЕДК-запас, там, носимый аварийный запас, что угодно, неудобно. И положил его в кошелек. Вот. Даже если он мне в городе не пригождается, пусть он у меня всегда там лежит. Вот. На самом деле он мне стал пригождаться. И бывают ситуации, когда я приезжаю куда-то на природу быстро. Вот. Там застряла машина, там снегоход провалился. Я не беру с собой никакое специальное снаряжение. Но минимальный запас, который там мне позволяет там выполнить какие-то функции, он с собой всегда есть. И вот это вот мне очень понравилась идея. Пометил красным крестом, внутри аптечка, снаружи у меня тросовая пила и проволока. Тросовая пила пригождается на охоте для разделывания животных, а, соответственно, проволокой можно что-то повесить котелок на огонь, либо отремонтировать порванные ботинки. Собственно, здесь есть крепление на пояс, вот Молли. Сюда я еще положил очень прочную веревку, ну, такую нить, можно сказать. Я ей прошиваю палатку, рюкзак. Вот, можно обувь отремонтировать, опять же. То есть у меня были такие случаи. Дальше, что внутри? Внутри находится и хозпакет, который выдается как в армии, там, и деньги, и документы. То есть, ну, деньги вы всегда с собой берете, по-любому, да? Вот, уже лежат документы там на машину, права там положили тоже. Карточки у вас всегда с собой там какие-то, да? Помимо вот обычной у меня еще есть лупа вот такая вот. То есть позволяет мне там что-то мелкое рассмотреть, занозу вот посмотреть. Костер ей, конечно, я не буду разводить. Дальше. Внутри у меня лежит вот такой вот небольшой набор, но тут очень много всего напичкано. Здесь у меня рыболовные снасти. И леска тоже, чтобы шить ей можно было. Вот, крючки. Дальше. Таблетки. Анальгин, парацетамол. Универсальные, соответственно, таблетки. Химические источники света, вот такие вот. То есть они горят несколько дней. Именно вот такой модели я беру. Зажигалка Крикет победила в конкурсе самая долго горящая зажигалка. Без остановки больше там полтора часа прогорела. Флешка. Маленькая флешечка, вот такая вот. На 32 гигабайта у меня. Ну, у каждого свое. Маленькое, но, собственно, вся моя база информации тут у меня с собой. Набор разных булавок. Вот прикрепил микротул вот такой вот. Леверман. То есть тут можно и ногти постричь, и шить им удобно, что-то подхватывать. Вот, то есть маленький ножик, по сути, у меня в наборе есть. Здесь у меня пакет Бурнгеля. Купил его тоже на Алиэкспресс. Для ожогов. Он даже вот сам по себе холодный. Медицинская иголка. Свисток. Мне он нужен реально. То есть я работаю, тренирую детей, чтобы эту всю ораву там резко остановить. Вот. У меня уже вот связки болят. Свисток выручает. Здесь всякая мелочевка. То есть для записи бумажка. Какие-то вот шифры мои тут. Кровоостанавливающие порошки, лейкопластыри разные, Гелакс есть, вот, йод вот такой с салфетками, то есть медицина маленькая. Понятно, что серьезную рану я и не собираюсь останавливать, но вот легкие порезы, там ожоги, то есть маленькие. Вот, понятно, что в войну, ну там при боевых действиях там ожог вот с ладонь, то есть, вот, а там бывает и несколько ладоней, он намного, ну, требует много чего, но это чисто вот легкие бытовые раны. За 11 рублей кинул вот такой бинт. То есть, ну, бинт всегда пригождается, стерильный. Вот, дальше. Вот такой вот скотч армированный, прям смотал. Провалась палатка, тент, куртка. Вот, что-то приклеить. От мотоцикла пластик отвалился, да, тоже. Все ремонтируем скотчем. Дальше. Сделал вот такой набор. Сейчас еще вот у меня, наверное, одна игла отлетела. Пила по металлу, на нее намотал нитки, которые я использую, черные, зеленые, и два вида иголки. Сейчас покажу еще какую. На случай, если я остался там где-то один,
да, пожрать охота, ничего нету, аскорбиновая кислота. И при заболевании она тоже пригождается. Вот, обязательно цыганская иголка. Ей можно и ковыряться в электронике, занозу доставать, шить удобно, ботинки шить удобно, палатку шить. Дальше, таблетки для дезинфекции воды. Что еще тут? Ну и, соответственно, емкость для переноса этой воды у меня вот такая хитрая есть, да? Вот. Вообще, каждый собирает этот набор по-разному, то есть, ну, я еще могу положить сюда фонарик, он у меня сейчас отдельно, я его, ну, показывал вам, как я его ношу. Вот, соответственно, чем удобен этот набор? Где бы вы ни были, с какой бы целью вы не брали разное снаряжение, этот набор позволяет вам грамотно носить всю мелочевку. Нужны вам маленькие отверточки? Положите их сюда. То есть они не будут валяться там, не потеряются в куртке, где-то еще. Вот. То есть это удобная вещь, которая позволяет собирать вот такую маленькую полезную мелочевку. При этом я руководствовался следующим. Чтобы развести костер, подать сигнал, ну, соответственно, деньги, маленькая аптечка и что-то пожрать. То есть, вот. Но, к сожалению, у меня вот, ну, шоколадка Сникерс сюда не влазит. Вот, он раздувается сильно. Я шоколадочку ношу отдельно. То есть можно каких-то конфеток насыпать туда. Кофе 3-в-1, что хочешь положить там. Вот, пригодится. Собственно, основная идея — это собрать полезную мелочевку в один такой вот компактный подсумок, который вмещается и в карман джинсов, и в карман куртки. То есть летом я без куртки хожу, в джинсы кладу сзади, там, да, на пояс могу повесить. Соответственно, зимой он у меня в нагрудном кармане. Почему в нагрудном кармане? Догадайтесь трех раз. Вот. Раз, два, три. Правильно. Закрывает сердце от удара ножа и осколков. Вот. Соответственно, вот, все остальное я размещаю, как вы видели, в других карманах. А это вот я рассказал про набор, вот, вот такой вот, который, как, по сути, у меня как кошелек. На этом все. Спасибо.